Здравствуйте. У меня опять пришло от Татьяны ОНК. Опять какие-то вопросы. Буду отвечать. Значит, первые два вопроса я их объединяю. Там, люблю ли я зиму и любимый месяц года. Ну, жизнь прекрасна в любое время года, и у природы нет плохой погоды. Поэтому, конечно, летом лучше, и одеваться не надо, и теплее, и хорошо. Хотя сейчас вот климат меняется, не понятно, у нас вот снега в Москве до сих пор нету, и не совсем понятно. Вот. Ну, конечно, мне больше нравится летний отпуск. Обычно брал я в мае-июне. Поэтому, ну, конечно, весенний-осенний период тоже. Ну, и зимой есть чего, куда, чем заняться. Ну, лето, конечно, лучше. Ну, так, чтобы я зиму не любил, такого сказать не могу. Весь год люблю. Значит, потом любимый цвет вопрос. Ну, у меня так более-менее я люблю голубой, синий, там, зеленый. Любимые занятия. Ну, тут сейчас у меня любимое занятие интернет. Вообще я занимаюсь, у меня увлечение историей, автотехникой. Любой автотехникой, и грузовики, и легковые, и мотоциклы, я все это. У меня были и права, и ездил. Когда-то занимался, ремонтировал, и ездил в увлечение. Ну, путешествия. А так я любил читать. Даже телевизор не любил смотреть. Увлечения были вот чтение книг, изучение истории и по автомобилям, и мотоциклам, и технике. Любимый напиток, опять трудно сказать. Ну, вот каждый день я пью чай. Кофе я не так люблю, вот в основном его только зимой пью, когда холодно. Летом люблю квас холодный, соки. Так что определенного напитка у меня нет любимого. Ну, летом любой холодный напиток, минералка та же. Сладкий я особо не очень люблю. Тем более эти фанты там, эти сладкие, они непонятно из чего сделаны. Предпочтение в обуви, шестой вопрос. Ну, обувь должна быть легкая летом, кроссовки. Не жать ноги, не. С другой стороны, конечно, ноги летом потеют в кроссовках, но мне как-то удобнее ходить. А ноги просто надо чаще мыть, менять носки. А, ну, покупаю зимой, так я, в принципе, к обуви тоже равнодушен. Беру что-то дешевле и покрепче, чтобы носилось. И зимой, конечно, потеплее. Зимой в кроссовках я не хожу, у меня есть. Ну, чтобы было удобно разуваться и нормально. А, значит, и последний, седьмой вопрос. Это самый такой. Планируете ли вы путешествие зимой? Я вообще-то вообще никак не планирую, вот там что-то видно. У меня и питомцы, я их показывал. От них далеко не уедешь, ни летом, ни зимой. Я потом занимаюсь дачей с ними, так сказать. Ну, может, летом в Питер, а так на даче в Москве. Раньше у нас еще аквариум есть, так сказать, я их просто не показывал, там не всегда все в порядке. Раньше я объездил всю Россию, у меня работа была такая, в командировке ездил, и так ездил. Было в Прибалтике, и в Киеве, и в Алма-Ате даже, и в Минске. В Минске у меня родственники живут, вообще я в Минск часто ездил. И там и мои родственники, по маминой родственники, много родственников.
Объездил так я всю Россию, от, ну, не был только, может быть, в Мурманске. У Черного моря был, на Российский, там тоже все ездил. И до Урала. За Урал я не ездил, правда. А вот в европейской части был почти, вот в Мурманске, Архангельске не был, не могу сказать, там, в Карелии. А так, я тут везде ездил, по командировкам, и там, и все. Жил в Санкт-Петербурге. Ну, на этом буду заканчивать ответ на вопрос, значит, кому передать. Ну, давайте попробуем. Светлана сам, это тоже живет в Москве, тоже снимает Москву, всякие мероприятия московские. На Funny Life канал. Ну, и Павел Ладыкин. Ну, троим я... В прошлый раз я передал, никто, все отказались. Ну, я так тем уже не буду, попробую, вот. Кто-то, может быть... эту эстафету. Ну вот, на этом будем заканчивать. Боня. Это вот Боня. Шатрейс. Ну все, всем спасибо, всем пока.